Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Лайков Гейм и добро пожаловать на прохождение World War II Rebuilder. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем играть в эту замечательную игру, где нужно нам восстановить старую, мне постоянно старую Европу. Европу после Второй мировой войны, карта Верхбело... Как? Верхбелофест? Так, сегодня я добью, наверное, уже эту карту. Так, Белфест, да. Точно. Так, карта, прогружайся давай. Задание выполнено. И у нас осталось восстановить электропитание, погрузить груз на судно. Так, подожди. Который нам нужно загрузить отмеченные белые звездочки. Они находятся на складских помещениях, другие фабриканты цеху, третий где-то здесь рядом с доками. А, ну он мне сказал, да. Да вот, кстати, смотрите. Так. Так, что дальше? Выйти. Восстановить электропитание. Так, ну-ка, а два что? Погрузите груз на судно. Ага, ага. Так, подожди. Так, я не могу, да? Блин, электропитание нужно подключить. Я там немножко не соображаю, если честно. Так, не, я не могу, да. Электропитание нужно подключить. Я не соображаю, что нужно делать именно с электропитанием. Так. Да нет, ничего. Это одна светится желтым. Так. Ноль. 400. Что? Вот. Так. Эль, не могу сообразить. Ничего не происходит, я не знаю, как это работает. Что мне нужно? Проверь. Кстати, так резко тут, блин, еще этот. Будка. Тут что у нас? 230 вольт и 230 ватт. 2300, да, и 230. Ну-ка. 2300 там было написано, да, он сказал? 2000... Блин, а где 300 сейчас, дайте я. 100... 200, 300. Да, вот так вроде бы.
Так. Еще. Так, не так? Так, ну-ка, заработал. Блин, как бы это резко. А что, он всегда так резко был? Ничего не происходит. Так. Нет тут больше ничего. 230. Нет, да? Сколько должно быть? Тоже нет. Я не понимаю реально, ребят. Не понимаю. Так, еще раз давайте. Так, тут что, я не знаю, 10, 20, 30, так, сделаем так. Мат, чё? Чё? Постановить электропитание, чё? Чего? Ладно. Ага. Так, а где он, кран у нас? Так, кстати, в другую сторону уже. Но вы, главное, это поняли, да? Как я к этому пришел? Главное... Так, а что, ниже не отпускается? Погрузите на судно. Так. Ты отпустишь еще ниже? Хочет. А, ого. Во. Смотрите. Так. Ничего не происходит. Клик. Клик он. Вращение. Магнит вперед-назад. И туда, мне в ту сторону нужно. А, подожди, дожди, дожди. А как ехать? А, click on the bellow. Я не знаю, как ехать. Ну и все. Я не понимаю, как ехать. Клик. Ехать боком. А, боком, подожди. Значит. Так, еще дальше. А, их клик он за. Подожди, может, мне не назначено как-то? Управление. Так, тормоз. Положить сырье. Инструменты. Далее.
Журнал обучения миссии, инструмент переключательника плоск, меню инструмента так. Удерживайте маус бейт, сканируя пробел, дополнительные действия правые, левые, F. Так, ну-ка. Как ехать боком? Я вот не понимаю, ехать боком. Что мне, на какую клавишу нажать? Так, давайте буду щелкать на все, ребят. Нет, нет, это я F нажал, я понял. Так. Нет. 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 Я не знаю, как ехать боком. Блин. Подожди, о. И что? А, ну, это мы этот. Это мы башню поворачиваем. Я уже подумал, что... Вверх-вниз. Клик, он же джойстик. Ага. Все. Все, все, все. Так. Так, а это что у нас? А. Вон чуть до чего технологии дошли. Так. Замечательно. Так, продолжить. Подожди, подожди. Я солдат твой любим. Красти зон. Вот украсти зону непонятно чем. Красти зону. Мебель, улица, растительность. А, то ты. Так. И у нас давайте станок искать тогда. Станок, станок. А, ну вот он. Я прям не буду до талого прям, знаете, бегать, да, улицу, да? Так, улица. Давайте. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Все, по две штуки создам. Раз, два. Хотя, может, найду по три штуки. Не буду по всей прям локации бегать. Где поставлю, там поставлю. Потому что разница, ну, хоть можно в одном месте. И вы скажете такое, лайков, ты что, не с душу? Я сюда больше на эту карту просто, ну, как бы не буду возвращаться. Понимаете? Тут и не NPC будут не ходить, как бы. Мы это ставим для галочки, вот, если вы понимаете. Это ставим мы все для галочки. Поэтому тут ни NPC не будут ходить. Я сюда больше не буду возвращаться. Поэтому вот так вот. Как говорится, не в обиду будет сделано. Да нет, не то. Ой, ой, как неожиданно и приятно.
Ну так можно подойти, такой, опа, и свериться для слабовидящих. Мы, видите, все доступно это делаем, ребят, среду для слабовидящих. Подходишь так, подходишь такой, такой, сколько времени, такой, опа, и для маленьких людей все делаем, видите, какие мы молодцы с вами. Для карликов, ну не карлики, извините, этот... улица, все, мебель теперь, раз мебель и растительность осталась. Ребята, это доступная среда. Мебель где? Какие инструменты? Мебель. Че? А у нас мебель тут и нету. Шо? Ну давай. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, что я создать больше не могу? Надо взять что-то. Так, стой, не то. Случайно. Так, это стеллажи поставить, я так понял, это где-то внутри. Видите, какие молодцы, они сюда смогут все ставить, красота, благодать. И такие, лайков, спасибо тебе. Улицу есть, растительность, давайте все. Растительность, милый мой, растительность. Видите, такие, опа, для слабовидящих, такие, опа, для маленького роста. Такой, опа, да что это за человек такой чудесный? Разместил так низко и так этот. Кстати, да, железо садить нет у нас. Ничего страшного, тут у нас другие есть. Все, и давайте вот. И красота, благодать, такой, опа, и понюхать пришел, такой, хопа. Смотрите, такой красиво все. Какой замечательный человек установил тут эти, он скажет, вот, видите, деревце тут. Такие, опа, красота, благодать. Так, что это за человек хороший тут? Нам, смотрите, и цветочки тут, смотрите. И вот тут деревце посадил. И вот тут деревце посадил. И вот тут, смотрите, какой молодец. Смотрим. Дневник, дорогой мой дневник. Мне не писать эту всю. Ребята, красавчик. Ну, как сами себя не похвалишь. Идем к будке, смотрите, уйдешь. Красота, глаз это радуется. Дергается, короче, такой тык-тык-тык. Что происходит? Пойдемте телефонную трубку позвоним мы теперь. 5 звезд, все, красота. Не-не, завершить там надо умножать. И давайте смотреть, как было до. Блядство, наркотики, разврат. Извините меня, конечно, за такие слова, но разруха была. Пришел Лайков, все, красота. Навел порядок, хоп-хоп-хоп. Все отремонтировал тут, смотрите. А и после, смотри, уф-уф-уф-уф-уф. Чистота, все. Как будто... что это такое? Что это там наверху так и должно быть? Почти как будто ничего не изменилось. Ребят, что, мы, получается, закончили с вами с Великобританией, с Англией, получается, да? Получили мы с вами новые... Везде почти мы сделали. Давайте посмотрим, с вами приближимся. Обучалку на 5 звезд. Станция Гемлин 5 звезд. Тут, вот тут, кстати, из 5 звезд не получилось, потому что, ну, помните, я там трубу, короче, надо было достать автобус, починить трубу, а я достал автобус и сразу засыпал яму, короче. Вот, вот это единственный. Я что-то собирался переиграть, потом думал, что-то ладно, как бы. И так сойдет, помните мультик? Закончится с Великобританией. Завтра у нас еще есть с вами три территории. Франция, Восточная Германия и Польша.
А тут, кстати, не так много, да, я смотрю. Эти режим песочности. А, подожди, режим песочности это. Типа. Или будут открываться, если я пройду миссию не до. А вот эта миссия недоступна, смотрите. Хм. Походу поняли, что. Мы должны какие-то все-таки пройти где-то миссии, чтобы открылась, да, Франция? Потому что тут мы все прошли. Мне очень понравилось. Не знаю, как вам, но мне прям зашло. Увидим с вами в следующий серии на канале Like of Game, ну, а точнее, уже завтра, ребят. Всем... Ну, да, в принципе, я забыл сказать лайк, подписка и комменты, и всем пока.